Приветствую, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак, и сегодня поговорим немножко о том, что можно делать в периоды, когда криптовалюта, честно говоря, не блещет. В частности, если мы зайдем посмотрим на любую биржу, что происходит с биткоином, то те люди, которые покупали его по 19 тысяч еще в конце прошлого года, несколько подупали духом, потому что сейчас он стоит 6 тысяч долларов. Некоторые мои программы тоже платят в биткоинах, поэтому, собственно, я пока просто накапливаю эти деньги на своем кошельке и будем ждать восстановления биткоина. Я думаю, это произойдет ближе к весне. Пока что вполне вероятно, что будут еще эти уровни нижние трогать. Но это не означает, что, собственно, нам нечем заняться, некуда инвестировать и не на чем заработать. В своих видео я несколько раз уже рассказывал о программе FutureNet Pro, FutureNet и так далее. И сегодня мы поговорим как раз об этой платформе, потому что уже много лет, 3 года, которые она платит исправно людям проценты, порядка 1% в день на инвестиции, это достаточно хороший срок для работы с подобными, как говорится, системами. В общем-то, это даже, наверное, программа номер один пассивного дохода, которая за 3 года не только выжила, но и развивается. Что я имею в виду под развивается? Сейчас, когда вы попробуете зайти в ваш аккаунт FutureNet или FutureNet Pro, вы увидите вот такую надпись, то есть появилась новая сеть, которая называется, новое подразделение этой компании, Future Network. Future Network связана с монетой, с Future Coin. Вот давайте мы и посмотрим, что это такое. Итак, сейчас, когда я захожу в свой кабинет FutureNet Pro, я вижу вот такую, соответственно, ссылки вот эти разные, и они переводят меня в мой кабинет FutureNet Network. Это уже новое подразделение компании FutureNet. И, как видите, я попадаю сразу же в такой вот кабинет. Здесь есть возможность уже приобрести майнинговые пакеты, майнеры, так называемые, вот здесь, в виде экскаваторов, стоимостью от 100 до 25 тысяч долларов. И смысл этих майнеров в том, что они накапывают нам как бы монету фьючера, фьючера коин. Монета фьючера коин будет торговаться, здесь еще не торгуется, но будет торговаться на бирже BitBay, небольшая польская биржа, но это только начало. Дальше она будет торговаться на всех основных биржах, включая Poloniex, Bittrex и так далее. В принципе, компания достаточно мощная. На протяжении последних 3 лет, начиная с 2014, 15, 16, 17, уже даже 18 год, она стабильно выплачивает нам проценты по программам, в которых мы участвуем. Люди, которые участвуют в программе FutureNet, это социальная сеть, они зарабатывают там свои поинты, баллы, очки и так далее. Люди, которые участвуют в программе FutureNet Pro, зарабатывают примерно 1% прибыли в день на вложенные пакеты, деньги в пакеты рекламные, 50 долларов здесь. Все это работает, крутится, насчитывается, вынимается на протяжении последних 2-3 лет, то есть как бы хорошо очень себя зарекомендовала компания с точки зрения получения пассивного дохода от сотрудничества с ними, да? То, что называется revenue shares. И вот очередной этап ее развития, как у многих крупных компаний сейчас, которые смотрят в будущее, это создание своей монеты, токенов и монеты фьючера. Называться монета будет FutureCoin, FTO у нее аббревиатура, торговаться будет, как я уже сказал, в начале на бирже BitBay. И мы можем поучаствовать в этом всем процессе с точки зрения покупки майнеров и заработка этих монет. Также есть программа, естественно, реферальные, то есть вы можете, привлекая людей и в FutureNet, и в FutureNet Network, и в FutureNet Pro, вы получаете свои комиссионные реферальные. И с учетом того, что сейчас происходит, повторяю, на рынке криптовалют, которые валятся со страшной скоростью, потому что биткоин прессуется всеми правительствами, всеми банковскими учреждениями мира, последний оплот для них. Попытка задушить биткоин, думаю, вряд ли это получится. Вот, и все вернется на круги своя. Но пока что мы можем, как вариант, начать, если вы еще не участвуете в программе FutureNet Pro, да, зарегистрироваться, купить первые пакеты, получать на них свои проценты ежедневно, и потом за прибыль, которую вы получите, купить уже здесь майнеры.
Также, когда биржа начнет торговать, соответственно, эту валюту в фьючерах, можно будет здесь и спекулятивными операциями заниматься. Смысл этого всего дела в том, что деньги должны работать на вас, вы должны постоянно развиваться, участвовать в различных программах пассивного дохода, для того, чтобы со временем этот пассивный доход был для вас достаточным для того, чтобы вы могли, собственно, не работать.